Всем привет! Александр Майоров, школа английского. Мы говорим про правый forehand. Смотрите, здесь комбинация. Макенрой до сих пор играет, и кисть у него жесткая. А так, как учили раньше, до сих пор он играет и играет совершенно потрясающе. То есть что? Достаточно жесткая хватка, а петля и жесткой кистью. Что здесь хорошего в жесткой кисти? Вы контролируете мяч очень хорошо. Почему? Потому что нет никаких движений кисти, и все идет стабильно, все хорошо, и удар очень стабильный получается. Удар справа современный, все это идет сломанной кистью. То есть в момент удара кисть расслаблена полностью, она вот в таком движении. Это приводит к хлесткости, но вы теряете на контроле. У вас могут быть неконтролируемые мячи, но зато у вас хлесткость удара появляется, и вы бьете не за счет силы, а за счет хлесткости, понимаете? Как щелчок происходит, совершенно все болтается, все расслаблено, это макароны там на руках, но вы потеряете контроль. Но вы приобретете хлесткость. Вот это очень трудно сделать, чтобы кисть у вас была расслаблена. Это очень трудно. Это не должно происходить таким образом. Вы подходите к мячу, и ракета падает. Вы сами это делаете. Это должно делаться совершенно произвольно. Никаких совершенно движений дополнительных не нужно. Это делается под силой тяжести. Она сама падает, ракета. Прощаюсь. Спасибо большое, что смотрели. Школа английского, приходите, пожалуйста, всегда найдем для вас самый подходящий вариант.